Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 26. Используя рисунки, найдем ответы примеров и сделаем вывод. На первом рисунке графически представлено число 261. Два больших треугольника – это 200, шесть маленьких – это десятки и одна точка – 261. 124 – один большой треугольник, два маленьких – два десятка и четыре точки – 4 единицы. Начинаем выполнять сложение. Сотни сложили с сотнями, получили 3. Два розовых треугольника плюс один розовый большой получили 3 больших розовых. Это 3 сотни. Складываем десятки. Малые треугольники. 6 плюс 2 получится 8. 8 десятков. И складываем точки, то есть единицы. Одна точка плюс 4 точки получили 5 точек. Рассмотрим второй пример. 372. 3 сотни, 7 десятков и 2 единицы. Отнимаем 1 сотню, 6 десятков и 2 единицы. 3 сотни минус 1 сотня будет 2 сотни. 7 десятков минус 6 десятков будет 1 десяток. 2 точки минус 2 точки будет 0 единиц. Видите, нету точек. Чтобы сложить или вычесть два трехзначных числа, можно выполнить действие отдельно в каждом разряде, если нет перехода через разряд. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.